Сегодня представлены на выставке производителей казахстанских медицинских препаратов. Вы видите вот здесь вот 5 компаний: Global Farm, Santa, Member of Polpharma Group, Карагандинский фармацевтический завод, Нобель и Ромат. То есть Нобель — это те, которые представлены в Казахстане. Но так как сейчас очень политически дружный как бы союз между Казахстаном и Россией, в этом году было принято решение при поддержке государства Республики Казахстан представить 5 компаний, которые бы в дальнейшем смогли работать в России и продавать свои продукты. Цель участия в выставке – это найти потенциальных поставщиков и потенциальных дистрибьюторов, которые бы могли представить полностью продукты Казахстана на российском рынке. На сегодняшний день идет очень большая работа по экспорту и по поддержке продвижения казахстанских препаратов и казахстанских продуктов на рынке других стран. Мы ожидаем хорошего выхлопа, мы ожидаем, что выставка принесет нам много новых партнеров, и я думаю, что в дальнейшем это будет, ну, как бы не последнее участие в данной выставке, и мы считаем, что мы еще поработаем в дальнейшем, будем участвовать. Спасибо большое.